Вот сейчас чай попью. Сейчас чай кипятится, вот. Себе. Сейчас тут кефир, печенье у меня. Ох. Вот. Это у меня полный чемодан вот этого добра. Так что я не пропаду в этом мире, наверное. Вы думаете, что это я покупал? Не, я их не покупаю. Потому что его хватает под печенье, там, эти, это. Вот сейчас чаек скипячу, и мне хватит вот этого покушать, наверное, на целый день. На. А у меня полный чемодан этого добра. Так что не пропаду в этом мире. Так что это только я вам это еще покажу. Так у меня еще кое-что есть, наверное. Всего навалом. Всего. Надо просто. Люди вот так зажиточно живут, вот все это выкидывается, все выкидывается. Машинами выкидывается, я не говорю. Я вот загрузился, я кое-как унес все это на все на себе. Вот все, принес это себе. И вот оно у тебя здесь не пропадет. У меня тут крысы, собачки. Вот, особенно собачка, у меня зефир хорошо хавает на. Так что я ей делюсь, да и сам хаваю. Все, хорошие вещи, все такие вещи. Они в магазине сколько стоят, сколько денег истратишь. А когда я вот так бесплатно достаю, о, люди как живут. Так это, колбасу находишь, копченую, да вся. Вот чего только не находишь. Все есть, все в этом мире есть. Сыр. Вот вчера я съел рулет, рулет копченый такой. Вот. Сожрал, наверное, короче. И вот сейчас поем, наверное, чайку попью. О. Короче, вот это сладости поешь и есть не хочется вообще, наверное. А когда сладкое съешь и есть вообще не хочется, наверное. Так-то. А у меня как тут, когда захотел, тогда и я ем. У меня там нету там 7 часов там завтрак, в час это обед, ужин. А я когда захочу, тогда вот желудок хочет у меня кушать, то я и ем. Вот что мне надо поесть, то я и кушаю. Надо творог поесть, я творог покушаю. Надо мясо поесть, я мясо поем. Надо кашку поесть, я и кашку поем. Да все что угодно, все есть. На. Я не знаю, что люди страдают. Хрен у нас, нищета какая-то. Какая нищета тут? Я вот, я не знаю... В таком мире сейчас живем, да все есть, навалом. Я не знаю, да нищеты вообще не должно быть в этом мире вообще. У тебя такая цивилизация пошла, да, все техника есть, все есть. Я не знаю, да это люди нищие такие, которые не хотят, вот трутни, я же говорил, трутни. Вот это и есть трутень, он только поглощает, а работать не хочет. Вот. Когда все есть, он даже... Вот будет это валяться, что-то ему лень согнуться и подобрать. Вот такой, то, ну, ленивые люди, что. Вот даже он костер, вот он будет мерзнуть, он замерзнет весь. Замерз и умер, короче, все. А нет, чтобы костер разжечь, ему костер даже лень разжечь. Вот такие люди у нас. Ой, ленивый, ленивый. Ему лишь бы только на подносе все преподносить. А, еще чтобы ему рот разевали, вот как младенца с ложечки кормят, соску ему подают. Вот у нас вот сейчас вот такой человек, вот до такой степени человек испортен. Ему надо с ложечки его кормить, как младенца. Вот такой детина, здоровый детина, а его с ложечки кормят. Фу, стыд и срам вообще, наверное. Ой. У нас только вот так хулиганить могут, вот так. Хулиганить, натворить, что-то еще, напакостить. Вот это умеют они делать. А вот такого, что-то вот. Я думаю, что это украл или что? Это все валяется, на. Все, не надо красть, все это валяется, все есть, на. Как-то всего навалом, на. Вот так и живу, на. Так что я проживу в этом мире. Мне... Раз плюнуть. Вот сейчас чаек скипячу. Заварю такой чаечек. И мне хватит, наверное. Потом вечером опять схожу. Я, короче, все беру. А мне потому что вот
Я вот таскаю мешками таскаю. Все таскаешь. Потом смотрю, все пусто, нету ничего, вообще все. Особенно крысы у меня. Ой, они едят. Куда она им лезет? Еще едят, и все мало. Мне кажется, машину даже вот подвози им продуктам этим крысам мало будет. Надо им составы целые возить крысам. Составы. А составы возишь, они и составы сожрут все на. И все равно мало будет. Вот. Всем мало. Людям мало, крысам мало, природе мало. Вообще в этом мире все. Ты не знаю, вообще этот мир как-то интересно сложен. Короче, может, Бог нам подал, говорит, грабьте эту землю, это ваша земля, грабьте. Потому что у нас во Вселенной еще таких галактик куча навалом. Только корабли делайте, стройте, перелетайте с места на место, и там еще там, а там целые куски золота, алмаза, да там всего навалом. Короче, можно жить красиво, вот так на. Только надо с умом жить, надо, вот так, и все. Короче, вперед, только вперед. Назад нельзя идти, надо только вперед. Потому что у нас рождается, погибает, рождается, погибает, вот так. Вот так у нас все происходит в этом мире, наверное. Рождаемость, гибнет. Ничего вечного нету. Надо обновлять все в этом мире. Обновляется все, все в этом мире. И планета, и система, и воры обновляются, все обновляется. Так-то вот так надо в этом мире жить. Обновляться. Вот так надо.